Дорогие подписчики и случайные зрители, мы рады приветствовать вас на нашем канале. К большому сожалению, сегодняшний день оказался печальным. Ежедневно мы публикуем новости из мира звезд и спорта. Если вы еще не подписаны на канал, то большая просьба, подпишитесь. Вам ведь это не сложно. Также можете поставить лайк к этому видео. Это бесплатно. Футболист венгерской Андрашиды Виктор Марсел скончался во время тренировки. О трагедии сообщил на официальном сайте президент клуба Золтан Соос. Страшная и непостижимая трагедия потрясла наш клуб. 21 июня в спортивном центре Андрашиды 18-летний Виктор Марсел рухнул на газон и потерял сознание. Товарищи по команде и тренер тут же бросились на помощь молодому игроку и попытались привести его в стабильное состояние. Они начали реанимацию под руководством службы скорой помощи по телефону, используя массаж сердца и дефибриллятор. После того, как приехала скорая, они долго боролись за жизнь нашего игрока, но, к сожалению, не смогли его спасти. В лице Виктора Марсела Хигидюса мы потеряли талантливого игрока, товарища по команде и друга. Его отсутствие будет трудно принять не только его семье, но и всем членам Андрашиды. Выражаем соболезнования родным. Покойся с миром, Виктор, гласит сообщение на сайте с подписью президента. Мы выражаем искреннее сочувствие родным и близким футболиста венгерской Андрашиды Виктора Марсела. Единственное, что может помочь пережить им эту потерю, это воспоминания о нем. Его всегда будут помнить как умного, трудолюбивого молодого человека, футболиста с большой душой. Светлая память молодому игроку Виктору Марселу.